В Приморье устраняют последствия ледяной непогоды. Основной урон стихия нанесла энергоснабжению. Обстановку в регионе доложили губернатору края на утреннем совещании с главами и руководителями муниципалитетов. Электромонтажными бригадами проводились работы по подключению населенных пунктов, по освобождению линий электропередач от поваленных деревьев. Вот сейчас нам нужно выстроить так работу, чтобы те оставшиеся аварийные где-то поломки, где-то линии обрушены, были подключены в дневное время, и мы ликвидировали все эти последствия. Олег Кожемяка заслушал руководителей наиболее пострадавших муниципалитетов Дальнереченска, Лесозаводска, Партизанска, Пограничного и Пожарского округов, после чего поручил выехать в пострадавшие районы и на месте координировать восстановительные работы. Эти все моменты отработайте, выйдите на место, все ответственные руководители, заместители своих распределите. И вечером в 19 часов мне доложите о ситуации, сколько осталось нерешенных вопросов глав муниципальных образований, где есть эти отключения. У вас есть возможность по режиму ЧС привлекать любые подрядные организации, заниматься именно этой работой, поэтому никаких других решений быть не может. Необходимо за сегодняшний день все восстановить, очистить дорожное полотно, работает Примавтодор по этому направлению тоже. Отметим, по информации министра энергетики и газоснабжения Приморья Андрея Леонтьева, сейчас в крае работают 25 бригад, занимающихся устранением повреждений. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.